Всем привет. Покатав крайний раз модель, столкнулся с такой проблемой, не обратил на это внимания, то что немножко где-то почему-то зажаты колеса, и моторчик быстро перегрелся у него. Сейчас посмотрю, что с колесами. Возвращаю на место багажник. Посмотрел, мне кажется, с ним будет интереснее. Так, сейчас быстро откручиваю, меняю хексики. Дело, наверное, в них, потому что там стояли пластиковые и немножко они были треснутые. Потом сфотографирую. Он как бы тут целый, но сердцевина у него как бы передавленная, что ли. Ну, придется заменить. Потом, кстати, взвешу модель. Потому что она нелегкая. Вот так вот рассыпались хексы пластиковые. Скорее всего, просто перетянул я их. А может быть, они просто уже такие были до меня. Резина от Axiala мне понравилась. Приятная такая, мягенькая. Вот. Так, все, модель прям совсем по-другому закрутилась уже. Заменил 4 хекса. Мне кажется, когда я колеса менял, где-то был металлический. Ага, вот он один стоит. А остальные все были, по-моему, пластиковые. Вот, резина мягенькая. Для грузовика вообще самое то. Если вес порядка от 2,5, от 3 килограмм, будет, мне кажется, цепляться очень хорошо. Все, хексики заменил. 2 были только металлические, остальные пластиковые. Один нормальный, остальные все треснули. Вот, поменял хексы. Теперь тачка катится идеально. Давайте сейчас посмотрим, работает ли движок. Так, ну что, включаем. Вот еще основная проблема, то что надо либо серву переносить на мост, либо, как я говорил, буду усиливать раму от скручивания. И, соответственно, я думаю, зафиксируется по жесткому передняя часть модели, и колеса будут поворачиваться. Получается то, что у нас колеса крутятся только на легкую, а так вместе с кабины все шевелится. Буду переделывать. Так, ну и проверяем, что у нас с газом. Все. В принципе, я так и думал, что двигатель-то не сгорел, потому что быстро все это дело произошло. Вот. Так что усилим раму. Посмотрим, что нам сделать спередом, потому что мне вот это не нравится, это гуляние. И оно, понимаете, серво справляется. Дело не в серве совсем, а дело в самой конструкции рамы. Надо ее усилить. Так, ну все, тогда выключаем. Здесь мы, в принципе, пока что основное мне было понять, в чем проблема, почему перегрелся двигатель. Вот. Так, все, защелкнули. И натянем сюда тент, чтобы смотрелось побольше. Так, ну ладно, пока что в сторону. А самое главное, пришло время испытать вот того желтого красавца. 8 на 8. Вот такой он у нас получается. Здоровенный.
Ни разу его еще не запускал. Он у меня как склад, тут вон колеса всякие разные. И у меня отломились борта. Ну или отломились, или я не знаю. Вроде ничего не валяется. Тут есть места для крепления, для болтиков. А болтиков нет. Скорее всего, я все сделаю на болтиках, чтобы было мощное, хорошее. И не переживать. А, вот тут отломана одна штучка. Ну ладно, сейчас разберемся. Вот, есть кое-где упоры дополнительные. Так что соберем. Так. И будем уже, как говорится, будет компания для зеленого грузовичка. Так, что у нас здесь? У нас здесь тоже много всего интересного. Регулятор оборотов интересный. Для БК-системы. А мотор коллекторный. Вот как. Я слышал, что бывают универсальные, но... В использовании у меня был только один такой. Так. Модуль звука, модуль света. Ну что, давайте попробуем запустить. Модель очень тяжелая. Не понимаю, что у нас здесь. Так, вот включается модуль света. Но свет не горит. Так, лебедка работает. Так, лебедка работает. Далее. Так, что у нас здесь еще есть? Один выключатель. Дальше. Один. Может быть, тут есть еще что-то, что надо включить. А регулятор сенсорный даже. Novak Racing. Модуль света и звука запитан напрямую. Приемник стоит Spectrum от... Так сказать, самолетного типа аппаратуры. Вот, я себе купил одну с поддерживающей такой же протокол. Вот, но я с ней еще не разобрался. Поэтому сейчас поменяю на более-менее подходящий. Тут получается шестиканальный стоит приемник. А у меня только в наличии радиолинк. Четырехканальные. Так что поставим сейчас пока что 4 канала, а дальше посмотрим. Так, переткнул один канал. Вроде там подписано аксел, значит газ. Воткнул в первый канал. И модель едет. Так, модель едет. Дальше выключаем. Втыкаем следующий канал. Лебедка найдена. В принципе, можно пока ее не втыкать. Вдруг нам понадобится канал для света, для чего-нибудь такого еще. Так, дальше смотрим. Аксел. Аксел — это руль. Аксел рул, соответственно, втыкаем его в первый канал. Так.
Так, все, сработало. Все работает. Обе сервы работают. Газ работает. У коробки есть прям холостой ход такой интересный. Так, дальше. Получается, осталось еще три канала. Проверяем. Еще одна коробка. О, еще одна серва. Это, я так понимаю, на коробку передач. Так. Воткнул. Да. Вот, это у нас получается еще одна коробка. Вот нейтралка. Это первая. Все, едет. Так, ладно, понято. Так, ну и осталось еще два канала. Вот это я не знаю, что у нас. Посмотрим. Втыкаем еще один. Так, сейчас я все выключу. И этот приемник у меня попал в пожар с геликом и подплавился. Надо... подрезать немножко пластик. Так, получается, модуль звука не прогружается, что ли? Не понимаю. Так, ну давайте еще посмотрим, что у нас еще за канал. Четвертый. Так, четвертый свет. Правильно? Так, модуль света работает. Вот, вот так он. Четвертого канала. Включается, выключается, да? Поворотники мигают всегда, да? Так, а поворотники мигают всегда. Вот это нам нужно или не нужно, чтобы мигал поворотники всегда? Модуль света сделан. Это получается у нас габариты. Так, получается габариты. Это что у нас там? Модуль звука? Так, ну вот с модулем звука надо будет определиться. Вот, как-то он
Жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик, что-то непонятное. Вот. Как он работает. Так. Воткну пока что сюда свет. И будем управлять светом. Все, получается вот такой у нас расклад. Все, свет включается, выключается. Дополнительный свет непонятно где включается. Тут вроде я его включил. Газ едет, а он не светит. А, вот. Все, есть выбор режимов. Получается, прям с верхнего модуля будет. Вот. И он работает напрямую. Ярче, слабее. Разные режимы. Он работает напрямую. Не понимаю, вот эта вот кнопка для чего. Если она не срабатывает, он... Так что разберемся, что это такое дальше у нас идет. А, может быть, это от газа, что включался. Все, вот тут дополнительный модуль еще. Ну все, вот такая вот у нас моделька. Выключаем. Все отключаем. Будем разбираться. Но пока что вот понятно, что модель работает. Будем пробовать частично экспериментировать. Может быть, надо просто побольше газа дать ей, и модуль звука заработает нормально. Вот. Ну, посмотрим. Пока что не могу точно сказать, что и как. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Пока. Ждите тестов.